Таня? Это вопрос? Скверно. Это скверно, да? Да, Таня. Если у нее есть то, о чем я думаю, нам с тобой будет в два раза веселее. Ты же тоже об этом подумал? Нету. Нету? И хорошо. Где упал? Ой, далековато. Чего не поднимает? Смотри, какая интересная. А скриншот чекнуть, а, Ген? Ну, конечно. А как? Не знаю. То есть он сам сейчас поспает палеткой? Возможно. Либо Дуайт спасает всех. Дуайт, ты красавчик. А на шифте надо выскакивать, да, если что? Да, да, да. Блин, она ушла. Фак, 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 фак. Ну тут уже не получилось. Аварийка у нее. Да, 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 спасибо. Пожалуйста, а ты про кого? За кусты. Я не заметил, что топорами кидался активно. При этом я упал дважды с топора. Но она, видишь, притык как будто кидает с топора. А, не, вон летит топор. Или мне показалось? Показалось, наверное. Ой! Мунь, что делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Как же она душит. Угу.
Вы это видела? Я чувствую, что ей очень не нравитесь вы оба. Ну это что? А ты Грена не кидался еще? Ну только что. Вот я и говорю. Я-то горячо. Я первый раз кинул Грена. Ну, Двайт спасался фонарем. Чисто садилась на ген с мыслью, надо немножко подкопить для Грены. В итоге весь ген вычинил. Конечно, я на него выйду. Двайт рядом. Он за тобой. Она точнее. Ломает палетку, бежит в твою же сторону. Берет топоры. Я думал, чего он не кинул, он не берет топоры. Они закончились. Ай, ё-моё. А, у него тоже Грена. Ой, что. Ай, я нафига это сделал? Кинул, что ли? Нет. Ой, так он еще и в подвал отправился. Не кемпит. Я спасу, погоди секунду. Ладно, я чинить буду. Ты что, спасаешь? Угу. Ладно. Ну, на клам. Она супер странная, конечно, потому что у меня там сработала аварийка, я про нее забыл. И она типа даже не поинтересовалась. Давай. Хорошо. Да, это я тут ступанула, да. Да. А зачем? Ай, ну ладно. Кто поймал, как меня был? Что? За мной бежит.
Я ни одного шкафа не вижу. Вижу. А, я за мной. Окей. Да ёбка, как? О, понимает. Нет, давай, ты не сможешь. Смог! Не сможет. Этот ее стон, конечно. Адрик. Я за мейном открываю. Давай, она к вам куда-то ушла. Блин, а где она? На правах, на правах. О, как это далеко. Я надеюсь, челик рядом. Ой, она опять его спас. Или это ты? Нет. Я не умею спасать. Ну прям. Ну, как видишь, я еще никого не спасал. В смысле, а Грена не ты спас? Нет, ни разу. Так, ну он у меня. А где ты? Около ворот твоих. Не открывай! Бля, чел, да что ты делаешь? А, он в смысле вот этот? Да, раненый. Здесь. А где чел-то? Это возле мейна. Ой. Блин, он уже не успевает, у него фонаря нет. Нет, есть, но не успел. Ну, в смысле? Ярик, ты чё? А я не бежал до ворот. А здесь я никого не слышу. Ой, Катя. Да нормально? Беги. Лягу. Так а я могу спрыгнуть. Я, наверное, ползти буду. Ну, как можешь. Ну, пока вы здесь. Ярик, осторожно. Я ползу. Осторожно, осторожно, Ярик, я ползу. Давай, давай. Да что, серьезно, она по тебе промазывает? Она что-то намекает, видимо. Что-то просто не понимаю. Я прыгаю. Пошла к воротам. Прыгай. Ах ты, сука. Вау, попала. Ты сбегай, Кать. Да хотя бы люк мне дай. Люк хотя бы дай мне. Пожалуйста.
Я старался. О, я его не вижу, не слышу. Слушай, как же ей хочется забрать всех. Ну ладно. Как же ей хотелось забрать всех. Не, ну интересно, как-то смешная. Ну, нет, забавная, да. Особенно, когда понимаешь, что это Аня. И когда ее ослепляют, она так неистово верещит. Угу. Явление аварийное, скверно и барбекю. Нет, Дуайт красавчик вообще. Самый полезный.